Это у меня синяки под глазами, обалдеть. Макс, когда ты уже выспишься? Когда это закончится? Ребята, 21 век на дворе. 21. 2-1, 21 век. По-прежнему отключают горячую воду. Еще и на целых 2 недели. Что? Обалдеть. Целых 2 недели без горячей воды. Опять здравствуй тазик, здравствуй чайник и здравствуй... Сидит. О, не хочу я, блин, мыться в тазике. Но придется. Че останется. Всем доброе утро. Нереально вообще осипло горло. Какое-то странное, знаете, состояние такое, как будто вот хочется покашлять. Но как будто вот горло заболело. Как будто вот кто-то на меня накашлял. Вот кто-то на меня накашлял. Даже имен назвать не буду. Кто-то на меня накашлял. Ой, короче, чуть не заболел. Не знаю, что делать. Походу, не хочу сегодня, наверное, завтракать. Хочу, чтобы организм отдохнул. Не будем его нагружать пищеварением. Поэтому, не знаю, что делать. Вот, сегодня очень летний день, очень солнечный. Но это, как обычно, Максим идет на работу. Да, на улице очень солнечно и жарко. Всем желаю сегодня позагорать. Точнее, нет, если вы увидели этот влог, то, скорее всего, день у вас был вчера. И если вы вчера позагорали, и у вас все было отлично, то вы молодцы. А Максим сегодня пойдет на работу. Максим сегодня пойдет на работу и должен будет записать видео с больным горлом и как-то выкрутиться. Поэтому поддержите меня, поддержите. Максим старается, Максим все делает ради вас. Вышел вообще нереально поздно, где-то за 15 минут до того, как не надо быть уже здесь, я выехал из дома, обалдеть. Сегодня узнал еще такую новость, что мой старший товарищ, который мне всегда помогает, сегодня отсутствует. Соответственно, Максим сегодня один на весь магазин. Один на весь магазин. Обалдеть. Я думаю, это будет самый трудный день, но я сегодня определенно должен взять себя в руки и справиться. Кстати, горло немножко прошло, я съел сегодня с утра всего одно яблоко, не хотел очень много есть, потому что когда ты очень много ешь, организм только думает, и как я должен выздороветь, и не выздоравливает, а только переваривает еду, поэтому сегодня я не ел, съел только одно яблочко, и все круто, пока что горло прошло, и это уже радует, потому что если я сегодня еще и буду мучиться с больным горлом, это будет жесть. Thank you.
Всю жизнь многие люди только и делают, что работают. Только работают и зарабатывают деньги. Без конца работают, без конца зарабатывают, без конца работают, работают, работают. Для чего? Непонятно. Просто вот так вот каждый день приходить на работу, уходить с нее и снова приходить. Так без конца и края. Не видеть этому никогда конца и вообще непонятно для чего это делать. Конечно, многие скажут, что у многих есть цель купить что-то для дома, для семьи. Неужели? Неужели этого достаточно, чтобы отдавать ради этого жизни? Надо всегда заниматься тем, что тебе нравится, стремиться к этому. И где бы ты ни оказался в какой-то момент, ты всегда должен помнить о том, что ты должен жить своим любимым делом. Если ты каждый день встаешь не туда, куда ты хочешь вставать, и не стремишься при этом к такой жизни, то на кой черт мы вообще живем? Как я давно не выходил на улицу, как я давно просто такие моменты не ловил, когда я выхожу с работы, чтобы немножко позагорать. Как же классно вообще. Сейчас еще вышел, подошел к дереву, и такой обалденный запах от него, такой обалденный запах. Сейчас просто туда куда-то побежать, вот на окраину леса, там лечь, загорать. И ни о чем не думать, как я люблю сказать. Но мне надо обратно возвращаться в магазин, потому что у меня всего одна минутка, чтобы... Ну, как у музыканта какого-то. Просто всего одна минутка, чтобы погулять. Так нечестно, я погулять хочу. Нет. Ладно. Я думаю, день быстро пролетит. Я на это надеюсь. Так, сейчас, короче, надо вот это окно загрузить мужику. Оно такое тяжелое. Вообще жесть. Ребята, оно такое тяжелое. Я не представляю, как его поднять. Я надеюсь, мы справимся. Ну, это было проще, чем кажется. Фора. Это, наверное, самое ужасное, что может быть вообще на работе. Работаешь, ты такой работаешь, целый день работаешь, а кто-то приходит, нечестно, кладет себе в карман и уходит. Вот как так можно? Как вот так? Кто вот так поступает? Ну, что за нормальные люди, что ли? Они нормальные люди? Нет, а это ненормальные люди. Ребята, если увидите куда-нибудь вора, кричите громко: «Жулик, не воруй!» И жулик не будет воровать. Поменьше бы нам жуликов в стране, и может быть все получше немножко было бы. Ладно, что это я про политику? Про политику не надо. Фу. Ну и денек сегодня. Обалдеть. Давайте его закончим. Вы скажете, наверное, сколько можно уже жрать, Макс? Каждый мой лук состоит из поедания бананов и ничего не делания на работе, абсолютно. Только это и только то. На самом деле, в этих бесконечных днях сурка просто не знаю, что еще снимать. Абсолютно просто. Каждый день одно и то же. Все мои идеи про то, как проводить день как-то весело и интересно, закончились. Поэтому, ребята, будем жрать бананы и радоваться жизни. Знаете, ребята, я так подумал, а стоит ли снимать вообще такие дни? Вот как бы каждый день происходит одно и то же, каждый день сплошной день сурка, ты просто приходишь на работу, что-то ты делаешь, кого-то консультируешь, и идешь домой, и снимаешь по пути красивый арт. И какой там смысл, казалось бы? Вот есть ли какая-то ему там логическая точка? Мне кажется, нет, но снимать каждый день очень важно, потому что бывают просто крутые дни. Попадают такие дни, когда мы умудряемся резко собраться вместе,
и снять реально крутой и веселый видос, как, допустим, мой предыдущий влог, он реально интересный, его реально интересно пересматривать, он реально показывает какую-то историю, так как мы веселимся, радуемся жизни, не знаю. Ради, наверное, таких дней и стоит это делать. Потому что если бы не снималось каждый день, то такие бы дни просто пропали. Поэтому, ребята, снимаем каждый день, и все у нас получится. Оставайтесь. Кстати, спасибо за приятного аппетита. Я знаю, что вы мне пожелали. Забавный факт. Когда я снимаю свои кроссовки после работы, забавный факт, вот сейчас слушайте внимательно, когда Максим снимает свои кроссовки, где-то поблизости умирает один человек. Или одно живое существо, не знаю. Ребята, это такой был трудный день. Мы его закончили. Сейчас быстренько просто побежим домой. Быстренько поужинаем. Быстренько смонтируем влог. Быстренько почитаем что-нибудь. И этот день будет завершен, и мы пойдем спать. После этих трудовых рабочих дней. А наступают у нас очень мощные выходные, которые мы обязательно проведем продуктивно. Мы обязательно на них снимем видео, мы обязательно на них поработаем усердно. Над нами, всеми, с вами. А сейчас, друзья, мы собираемся и едем на работу. И едем домой. И все у нас будет хорошо. Что выехал, короче, из ленты. И знаете что? Я, походу, там живу уже. И это нифига неправильно, меня это дико бесит. Это что за фигня? Я сразу после работы еду в ленту, трачу там деньги, которые заработал за день, и еду домой. А потом опять по новой, и опять по новой, и опять по новой. Не, пора с лентой завязывать уже и немножко подзавязать узлы. Все, объявляю голодовку. Никакой больше еды, никаких больше помидорчиков, даже за 30 рублей. Ну блин, ну они же 30 рублей стоят. Как от них можно отказаться? Вот вы бы отказались от помидорчиков за 30 рублей и бананчиков за 40. Как от них можно отказаться? Лента, что ты со мной делаешь? Я зарабатываю на Филиппины, а не на ленту и бананчики за 40 рублей. Смотрела Титаник? Нет. Не смотрела Титаник? Нет. Как так? Леонардо Ди Каприо. Не знаешь, что такое Леонардо Ди Каприо? Знаю, но я не смотрела. Придешь сегодня домой вечером, скачаешь и посмотришь Титаник. Окей, обязательно. Очень классный фильм. И вот там была классная сцена. Еще один денек подошел к концу.
рад его закончить на нашем легендарном месте. Приезжаю сюда каждое видео, потому что знаю, что летом у меня есть такая возможность. Зимой и осенью у меня не будет такой возможности. И иногда, конечно, хочется сказать какие-то последние слова днем в комнате, когда ты уже все смонтировал, лежишь в кровати. Это все будет зимой. А сейчас, пока лето, будем гонять сюда, снимать эту вечернюю традицию. И обалдевать от того, что все так хорошо на душе. Кстати, вон там играют чуваки, которые говорят мне о том, что Максим ровно год назад, а нет, ровно два года назад тоже играл в волейбол, а сейчас он не играет. Сейчас мы больше уже не собираемся волейбольной командой, то ли потому что старые стали, то ли потому что... Не знаю почему, просто времени нет. И надеюсь, это все будет в будущем, потому что волейбол нереально крутая игра, и вы об этом знаете, если умеете играть. Все, ребята, буду прощаться с вами, потому что спасибо, что смотрели этот день, потому что спасибо, что смотрели этот день. Классно сказал. И надеюсь, завтрашний день будет тоже крутым. Увидимся.